OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Перша армія. Чи друга армія, хуй вас просиш. Ми тут стояла техніка, блядь. У цьому капонірі. Тут, пожалуйста, сразу вийшов з техніки, посрав. Викинув трохи мусор і пішов. Пішов по мусору. Хопа, на велик сів і поїхав. Поїхав, бігом. Тут нарисований хрест. Помолився. Ще посрав. І пішов в столову. Пожалуйста, тут у них була столова. Тут вони їли. От молодці, поїв, посрав, на велику покатався і в техніку. Козли. Владимир Путин у себя на сайте опубликовал вот такую телеграмму. Поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ну, возможно, такое сообщение выходит регулярно, каждый год, 8 мая. Но в данном случае есть некоторые изменения. И эти изменения лишний раз подчеркивают, что современная Россия, ну, и рядом не стояла к той победе. Значит, кого поздравляет Путин? Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Это, соответственно, народы стран этих и лидеров. А еще оккупированные территории: Абхазия, Южная Осетия, Донецкая Народная Республика, я цитирую, Луганская Народная Республика, а также поздравляет народы Грузии и Украины. И вот теперь мы возвращаемся к началу. Украинцев он поздравляет, а бурятов и дагестанцев нет. Вы не знаете почему? Я знаю, потому что российский рейх решает главную задачу. Они в Украине истребляют национальные кадры этих республик. Бурятии, Дагестана, той же Чечни, Ингушетии и так далее. Этот подход, он понятен. Мы славян не трогаем. Это что-то одно, особенно если речь идет о Москве и Питеру. Тут вообще золотая миля, как вы знаете, вне призыва. Золотая миля — это в Москве есть такой район, где достаточно дорого стоят квартиры. Так вот, в этих поздравительных телеграммах есть такие слова: главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер, чуть не прочитал пи, извините, отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что и как в 45-м году победа будет за нами. Тут же вопрос в чем? Что Путин и современная Россия ничего не имеют общего к победе 45-го года. А вот к нацистской скверне очень и очень. Поэтому вот этот вот расклад военный начинает выглядеть совсем по-другому. Начал мутировать российский телевизор. Они говорят, что нас ждет тяжелая война. Ой-ой-ой. Никаких победных реляций уже нет. Там возле острова Змеиный вообще трижды или четырежды уничтоженная авиация Украины устроила геноцид российских катеров вместе с экипажами. А это же кто? Это же чьи-то детки, солдаты, срочные службы и контрактники. А мы их убили. И будем продолжать это делать. Потому что российские солдаты в Украине являются оккупантами. А на какие темы начали дискутировать теперь в российском зомби-ТВ? Представим, что, например, раздался грохот больших и малых барабанов, затрубили фанфары, объявлена мобилизация. Вот когда мы получим, например, первый истребительно-авиационный полк по мобилизации? К Новому году будет. У нас нет ни резерва, ни пилотов, ни летного состава, ни самолетов.
Поэтому мобилизация в этом плане мало что дает. Это же прекрасная тема перед Днем Победы, перед 9 маем. Хотели разрушить Украину, а теперь, понимаете ли, мобилизация мало что даст. И это правда. Оказывается, вертолетов нету, самолетов нету. А куди же воно все поділось? Куди воно все поділось? Но если мы сегодня ночью прикажем строить новые корабли, когда мы получим первый? Через 2 года. Вот так обстоит дело с мобилизацией. Поставим задачу сформировать, например, танковую дивизию. Когда она будет готова? Ну, я скажу, М-90 это как минимум. И то она не будет оснащена современным вооружением, потому что в его запасов просто нет. В России нет, а у Украины запасы есть. Эти запасы безграничные. Да, Путин открыл для Украины бездонные, безграничные ангары НАТО. И артиллерия американская, французская, немецкая и многих других стран уже работает в Украине. И ее будет все больше и больше. А тут такие словечки, что же делать, мобилизацию проводить нельзя. Ребят, так вы знаете, что это значит, если вы сейчас, спустя 70 с хвостиком дней войны против Украины, заговорили о мобилизации? Это значит, что вы уже эту войну проиграли. А посылать людей, оснащенных оружием вчерашнего дня, на войну 21 века, сражаться с оружием НАТО, которое соответствует сейчас всем, так сказать, мировым трендам, ну, наверное, тоже будет не совсем правильно. Конечно, восполнять потери надо. Потери? Потери? Так на Змеином же никто не погиб. Или это опция о том, что потерь нет, уже не соответствует действительности? А почему тогда президент России молчит по этому поводу? Выходит время от времени на публику и говорит, что все по плану. Все у вас по плану, россияне. План этот называется «Усыпление Российской Федерации». И еще раз, у вас была возможность откатить назад и вернуться на линию на 23 февраля. Теперь никто этим удовлетворен не будет. И в личном составе, и в вооружении, и в военной технике. Но все-таки делать это лучше за счет предприятий промышленности, которые производят современную и перспективную технику. Мобилизация в ее классическом понимании этих вопросов не решит. Что-то мне подсказывает, что если так будет продолжаться, то надпись «На Берлин» на немецких машинах писать уже будет не модно. Потому что немецких машин в России станет меньше и меньше. Но вот они и заговорили о том, что пора переводить на военные рельсы экономику. Крутяк! Убивая свою экономику. Сейчас у нас есть шанс создать свою экономику, национально ориентированную. Даже оболочки для сосисок не выпускаем, Вячеслав Викторович. Да послушайте, вы вот поверьте в свою страну, нет. А так получается, вы верите в эти печенки от Госдепа, а в страну не верите. Ну, тогда берите и поезжайте туда. Да-да, Володин молодец. Говорят, что нет оболочек для сосисек, а в ответ ты продалась, падла, Госдепу. Между прочим, я еще раз возвращаюсь к этому интервью, потому что это же Радио Рейх, Комсомольская правда. Нынешняя система, экономическая рыночная система непригодна для решения задач обеспечения действий вооруженных сил и вообще страны в этих условиях. Это что получается? Дядя Вова, который позвал вас в последний бой, не подготовил страну к войне? Ничего себе! Я вам еще раз, вдумайтесь, это же российское государственное телевидение. Они говорят, что страна к войне не готова. А че ж вы, падлы, сюда полезли, а? Падлы! Необходимо переходить на рельсы некой другой системы, которую я условно называю система военного социализма, но ее можно изменить как любое другое именование. Так или иначе, речь идет о том, что все, без исключения, стратегические ресурсы, как земля, предприятия, все остальное, должны находиться под государственным контролем. А знаете, что это означает? К чему вот этот вот недовоенный эксперт, которого я знаю лично, к чему он ведет? Он говорит о том, что не будет не только оболочки к сосискам. Будет вместо этого кое-что другое.
хотели Советский Союз, а здесь не только колбаса. Даже противники вот этой буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят, нет, их не пощадят. Нет, это все по-серьезному уже. Это в случае чего концлагеря, перевоспитание, это, так сказать, стерилизация, это все очень серьезно. Мы уже все поняли, что очень все серьезно. И чтобы победить, придется убить еще много россиян, пока они не поумнеют. Но других вариантов нет. А почему я говорю о том, что их надо уничтожать и уничтожать? Потому что они не скрывают своих целей в Украине. Это убийство нас, убийство мирных граждан, не только военных, и разрушение инфраструктуры. Это делается абсолютно осознанно. Ну вот, какие разговоры на телевидении Рейха? Вы анализировали вот хотя бы даже объемы огневых задач, которые решает сейчас наша артиллерия. 1500-600 огневых задач. Каждая огневая задача – это минимум 40-50 снарядов. Умножим. 50 тысяч снарядов получается в день, на всякий случай. Вы слышите, что это падла говорит? Эти снаряды летят в нас, в наши дома и наши города. И пощады им за это быть не может. Ракетные залпы, да, их надо производить. В день расходуется от 5-6 там, до 10-15 ракет. Так, их надо производить. Мы столько произведем сейчас в день, 5-6. Поэтому уже даже сейчас, вот в этих условиях, при этом конфликте, нам нужно экстренно переводить промышленность, нашу промышленность, ну, как на военные рельсы. Какие-то совсем странные разговоры перед 9 мая. Мобилизация, перевод промышленности на военные рельсы. А следующий этап будет выглядеть примерно так. Когда вот эта вот банда переедет из студии на поверхности, перейдет в бункер и будет рассказывать о том, как доблестно российская армия защищается от войск Воронежской Народной Республики. Может быть, поэтому в Воронеже парад пройдет 9 мая без техники. Куда же техника делась из Воронежа? Куда? А, украинцы ее уничтожили вместе с экипажами. Привет, Бурятии. Но еще раз, значит, понимание преступлений российского государства в Украине здесь фиксируем очень четко. Софья Викторович, но да? Получается, из-за ошибок политиков, из-за того, что они не смогли договориться в свое время, не приняли какие-то условия и так далее, сейчас ежедневно гибнут не только, ну, и, во-первых, солдаты ВСУ, да, условно говоря, и наши солдаты, их нельзя пристегнуть никакому политическому движению. Это просто призывники. Ну, с нашей стороны нет призывников, с их стороны призывники. Вряд ли они там все фашисты. Я бы сказал так, на крейсере «Москва» нет призывников. Нет крейсера «Москва», нет и призывников. У нас мобилизированные. Это немножечко все-таки другое. Но говорит он о другом. Он говорит о жертвах, о том, что политики не смогли договориться. А какие же политики не смогли договориться? Они начинают крошить завуалированно батон на деда войны Владимира Путина. Сад, но тем не менее делают это. А с другой стороны, там еще люди гибнут, которые, в общем-то, мирные люди. И они не должны, вроде, по идее, отвечать за то, что кто-то что-то не договорился в самых верхах, и политики что-то не смогли выполнить свою же работу. Неужели это стоит таких рек крови, то, что вы говорите? Потом превентивный удар. А за историю, вообще говоря, признается слагательное наклонение? Если бы. Ну, это было бы, если бы. Слушайте, вот хорошо говорить сейчас, если бы. Если бы.
Если бы Путин подождал бы еще два дня и дождался бы коварного нападения Украины, то все бы сейчас сочувствовали российскому государству, поставляли бы России 155-миллиметровые гаубицы, боеприпасы, медицинское оборудование, каски, бронежилеты. И говорили, бедные русские ребята терпят нападение украинских нацистов. Да? Но вышло все наоборот. И нацисты – это современные россияне. И те, кто поумнее, задаются вопросом «море крови». А те, кто потупее, говорят о том, что нужно больше боеприпасов бросать в Украину, больше ракет, нужно больше убивать граждан Украины. Только хочется сказать следующее, что Украина в этой всей истории не жертва. Мы всех российских оккупантов здесь уничтожим. Мы большая страна, вооруженная до зубов. Процесс этот набирает обороты. В рейхе российском это начинают понимать и скулить. И самое главное, а за что погиб человек, который прославил Россию? За что? Бата Басанов стал чемпионом мира по танковому биатлону. А оказалось, что жизнь — это не биатлон. Здесь на запчасти мы разберем любого российского солдата, офицера или генерала. С днем с памяти всех и примирения. Но слово «примирение», оно недопустимо до российских захватчиков. Чтобы об этом начать размышлять, нужно а. покаяние со стороны российских нацистов, б. деоккупация украинских территорий, включая Крым, с. компенсации и репарации. Ну а так, враги на 100 лет. Смерть российским оккупантам.